Всем привет! У нас уже октябрь. Сегодня у нас 10 октября. И вот такие хризантемы у меня сейчас в полном цвету. Белая хризантема. Она начинает цвести с середины лета и до самых заморозков. Поздняя желтая хризантема. Она зацветает где-то середины сентября или начала октября. И вот так она цветет. И тоже снег уходит вот такими красивыми шапками. Очень красиво смотрится все это. Особенно, когда уже все подцветает и даже иногда выпадает снег, то вот эта красота вдоль забора радует нас еще очень долго. Еще у меня цветут вот такие бордовые хризантемы. У меня часто прохожие либо на машине проезжают, иной раз останавливается машина, там выскакивает водитель, сорвет себе веточку и, наверное, везет своей женщине или кому-нибудь. Очень красивые бордовые хризантемы тоже зацветают где-то начало октября, к концу сентября. Веточка вот сколько, вот если вот так собрать все в кучку, смотрите, какая красота. Тоже цветут до самых заморозков и под снег уходят с цветами. Тоже беленькая хризантемка. И еще у меня есть хризантемы сиреневые, сейчас покажу, они в другом месте находятся. Сиреневая хризантема цветет где-то с середины лета и тоже до самых заморозков. Я бы сказала, что эта хризантема, она летняя, как и вот эта вот беленькая. Она тоже начинает цвести с середины лета и до самых заморозков. Смотрите, какая красота!